Всем добрый день. Вот такой урожай помидоров у нас получился в этом году. Но это уже последняя часть. Столько же мы уже законсервировали и убрали на хранение на зиму. Вот. Видите? Вот эти мелкие. Это сорт Кнопка. Черный Принц. Желтенькие такие помидорки потом становятся. Вот видите? Тазу. Вот это вот мы сейчас в теплое место, в теплое место. Вот тоже помощница ходит. Бусинка, тоже помидорки собираешь? На. Нельзя, 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 Бусинка. Нельзя. Вот видите, сколько их. Это уже все остатки, все осенние остатки. Нет, это желтый. Кнопка это желтый. Вот они такие бурые. Буро-желтые какие-то, ну. Да. Вон, видишь, какие. Какие? Ну-ка покажи их зрителям. Вот это Кнопка называется. Вот Черный Принц. Вот это Черный Принц, но он еще... Видишь, корона даже, наверное, есть. Да, не до конца почернел еще. Большие туда делаем. Так. О, сейчас я покажу вам, как я сохраняю помидоры на зиму. Вот. Вот это вот на зиму замороженные помидоры. Они как свежие. Хватает от урожая до урожая. Это у меня кабачки. Здесь у меня малина с сахаром. Вот они уже. Видите, уже покушали немножко малины с сахаром. Вот такие помидорки. Вот такие помидорки. Видите, тут желтенькие есть. И вот эти вот маленькие. Мне очень нравятся маленькие помидорки. Я их каждый год сажу. И у меня их много получается.